Колоритна одеситка, художниця Наташа Ковалік, про яку говорять, користується фарбами, але пише почуттями. До 40 лет я не писала, и во мне, наверное, столько всего накопилось, что мне есть что вам сказать. Творчество Дольче Габбана не дает мне покоя. Ага, это один из любимых моих брендов, конечно, это яркость, это цветы, я очень люблю цветы. Когда человек в тебя верит, она говорит: Наташа, бери и делай. Це проект «Гість у студії». Доброго дня. Я Юлія Мігіцько. Кожна творча людина по-своєму унікальна, зі своєю історією та зі своїм баченням світу, зі своїм болем і радістю, з яскравими насиченими фарбами та емоціями. Сьогодні у нас в гостях колоритна одеситка, художниця Наташа Ковалік, про яку говорять, користується фарбами, але пише почуттями. Добрий день. Добрый день, я рада вас приветствовать и хочу поблагодарить вас за приглашение, мне очень приятно. Дуже приємно зараз наша зустріч після вашого юбілею, так? Розповідайте, будь ласка, Наташа, ви художник-самоучка, так? І арт-терапія допомогла, переросла у справу життя, яка і по сей день зараз наповнює щастям і позитивною енергетикою щодня. На вашому рахунку більш ніж 70 виставок, так? Так. Це дуже приємно, дуже вражає ця цифра. Розповідайте, будь ласка, 2017 рік ви почали малювати, писати. Яка була першою картина, що це була? Да, свою творческую деятельность я начала в 2017 году. И вы знаете, как я люблю говорить, случайности не случайны. Вот я всю жизнь увлекалась живописью, но была коллекционером. В жизни не писала ни карандашом, ни кистью. И вот как-то случайно я увидела в соцсетях приглашение на мастер-класс по масляной живописи в ресторане «Александровский». Там потрясающий, если вы помните, сад, розы. Ну и что-то у меня ёкнуло, да, и решила я попробовать. Вот, это была первая вообще моя работа, первый мой опыт. И что интересно, эта работа была написана с натуры. Мы писали розу. Вот, и такой, наверное, ключевой как бы момент, да, который вот я с благодарностью вспоминаю, с благодарностью к этому мастеру, который обратил внимание. Вот, и по окончании мастер-класса она мне задала вопрос, говорит: Наташенька, что вы оканчивали? Я очень удивилась этому вопросу. Вот, я говорю, я вообще не имею никакого, у меня нет ни художественного образования, и я вообще первый раз пришла сегодня, первый раз держала кисть в руках, на что она была очень удивлена. Вот, и говорит, такого не может быть, потому что у вас потрясающее вообще чувство цвета, постановки, композиции. Говорит, вам надо этим заниматься, потому что у вас есть талант. Так. Вот, но это настолько меня, да, вдохновило, и вначале это было просто как арт-терапия, да, как хобби. Я приходила на мастер-классы, вот, и писала картины, там перерисовывали, да, мы других художников, допустим, работы. И какой-то был, вот, уже настал такой переломный момент, что я переросла уже этого мастера, мне хотелось учиться, познавать новые техники, вот, я начала искать мастеров. Вот, и на сегодняшний день уже обрела своего мастера, учителя, куратора, который по душе мне, который раскрывает мой талант, да, и уже, вы видите, за такой короткий период написано очень много работ. Вы знаете, я после первой выставки, я перестала их читать, потому что я запомнила, первая выставка у меня была как ребенок, да, рождение ребенка, спустя 9 месяцев у меня уже была первая, от момента написания первой работы, через 9 месяцев уже была первая персональная выставка, на ней было более 150 работ. Вы можете себе представить вот эту трудоспособность вообще, да, это желание вообще творить, писать. И как-то я не веду счет работам, ну, пишу я постійно. Отже, ми трішечки поговорили про академічну освіту. Є думка, що академічна освіта вбиває творчість. Ті люди, які раптом, як ви, почали писати картини, таким не завжди рекомендують здобувати академічну освіту як художнику, щоб не заганяти себе у рамки. Для вас особисто така базова художня освіта, в ній немає потреби, так я зрозуміла? Ви знаєте, це, мабуть, личное дело кожного. То, що по моєму характеру, ми я задавала этот вопрос, кстати, своему мастеру, вот, и, потому что знаний действительно не хватает, они нужны в работе. На что мне мой мастер ответил, говорит: Наташа, это не ваш случай, потому что академическое образование вас сожмет, и на этом ваше творчество закончится, вы перестанете творить сами. Вот, поэтому, как бы, в моем случае я считаю, что мне это не нужно. Да, вот есть великие известные художники, да, которые не имели академического образования, тот же Поль Гоген, да, известный всемирный, как бы, художник. Вот, и еще очень много людей, как бы, известных. Но я считаю, что это лично, я не пропагандирую ни в коем случае, как бы, это личное дело каждого. Да. Відповідаємо, хто ж цей майстер, майстриня, яка допомогла вам, так, піти по цьому шляху художньому. Це Ірина Боговик. Чому саме вона? Що у вас спільного було? Вы знаете, я настолько ей благодарна. Это потрясающий, в первую очередь, педагог. Она сама и художник, но ее призвание, ее талант – это раскрывать, находить в людях, да, находить и раскрывать людей, не забивать их. Ведь есть многие мастера, которые навязывают и свое письмо, и свою технику, и тем самым не дают раскрыться художнику. То есть, а Ирина смогла, да, вывести меня на такой же уровень, конечно, профессионального художника. Вот, и за что я ей очень сильно благодарна, конечно. Я продолжаю учиться, как бы, у нее, и это мой куратор, и я всегда советую с ней, благодарна ей, конечно. Так. А ви вважаєте себе сформованим художником, чи ви ще у творчому пошуку? Не, ну, конечно, я еще и продолжаю учиться, и это поиск постоянный. Если даже обратить внимание на мои работы, да, каждая выставка, она в определенной теме, да, и меняются и техники написания письма, да, это и смешанные. Даже назвать стиль, да, к какому относится, мне кажется, ну, вот сложно, потому что это уже как твой, уже выработался свой стиль, уже есть узнаваемость, да, уже есть и почитатели, уже есть и коллекционеры моих работ, которые имеют, люди, которые имеют по 5, по 6 уже даже моих работ, как бы, и люди, если где-то увидят мою работу, то есть они уже узнают, что это Наташа Ковалік, потому что есть уже, обрела уже свой собственный стиль. А тематики разнообразные, и техники тоже, и продолжаю учиться. Вы знаете, это, наверное, это схожесть, когда изголодавшийся человек, да, вот, и он, когда ему показывают еду, он, и я и это хочу, я и это, ой, я бы еще и это съел, понимаете, вот находишься в таком состоянии, да, вот у тебя такой азарт происходит, да, вот вроде бы задумка была, так, новая выставка, там помещение позволяет 7-8 работ, нет, это идет захлеб, знаете, вот не можешь остановиться, и такая работоспособность, потому что я пишу постоянно, да, и очень много работ, вот, и люди мне говорят: боже, Наташа, когда ты успеваешь, откуда ты берешь вдохновение? Я говорю: вы знаете, наверное, вот до 40 лет я не писала, и во мне, наверное, столько всего накопилось, что мне есть что вам сказать. Зараз поговоримо про ваші роботи та про стиль, тому що там є і морська тематика, є анімалістика, є натюрморти, є краєвиди, пейзажі. Яка тема вам найближча і звідки у художника береться творча одержимість цією чи іншою технікою та сюжетом? Ой, одержимість, ви знаєте, от... влияет на меня вообще, да, на... я думаю, что даже после нашей сегодняшней встречи вы меня вдохновите на новую работу, да. Во-первых, я хочу сказать вам комплимент, что вы потрясающе выглядите. Дякую. Да, красавица. Як и вы, Наташа. Такая яркая, как сонечко. Да, да, и вдохновение. Вот если взять последние работы этой выставки, да, я очень люблю животных. Почему животных? Потому что на самом деле нам есть чему у них поучиться. Да, люди себя настолько забивают, загрязняют ненужными какими-то вещами, а забываем о главном. Если глядеться, да, мои работы, глаза, наверное, да, самое такое, они проникают, они смотрят в глубину. И когда люди, наверное... Почему они востребованы, да? Почему покупают мои работы, особенно животные? Потому что этот взгляд, он, наверное, смотрит вовнутрь человека, да, и затрагивает какие-то струны души, и это очень ценно, да, и ради этого стоит творить. Ну, и если обратить внимание на новые работы, да, такое смешание стилей, да, животные и цветы. Так, або фрукты, овощи. Або фрукты или овощи. Почему, да? Чему? Я вам хочу сказать, что творчество Дольче Габбаны не дает мне покоя. Ага, это один так, из любимых моих брендов, конечно, это яркость, это цветы, я очень люблю цветы. Вот, ну и вот это вот сочетание, да, как оно родилось, вот оно пошло, и эти постоянно новые идеи. Потом думаю, боже, я так хочу, мне так нравятся гранаты, да, ну вот на чем гранаты? Тут мне свин, скот, ну не знаю, что в голове у художника, конечно, но получается потрясающе, вообще такие стильные работы, я очень довольна, вот последняя выставка, и очень интересные, я, кстати, всех приглашаю сейчас. В день моего дня рождения открылась выставка в ресторане «Облака», 1-й этаж, холл. Приходите и наслаждайтесь творчеством. Да. Да. І я знаю, що такий напрямок, він тільки зароджується, тому що на основі, на базі ваших картин можна що? Створювати одяг. Та у вас є такі сукні, так? Ой, да, это тема очень интересная. Вы знаете, я вот благодарна, мне в жизни везет на хороших людей. Вот меня окружают люди. Я очень благодарна вот семье Заричанской, да, и Нарочке Заричанской, своей подруге, которая насколько поддерживает тебя вера, да, когда в тебя верят. Вот. И у нас такой был опыт вообще потрясающий, расписывание стен. Я никогда этим не занимаюсь, даже никогда не говори никогда, но когда человек в тебя верит, она говорит: Наташа, бери и делай. То есть у нее не было ни грамма сомнений, что я не смогу это сделать, да, или что у меня не получится. То есть вот эта вера в тебя, это настолько тебя окрыляет и вдохновляет. И вот так родились, да, я расписала стены в ресторане «Глэчек», это в Коблево, и появились эти прекрасные цветы. Но на этом волшебство не закончено. Но это, если честно, это моя мечта. И, наверное, одна из фишек, вот, кстати, самый задаваемый вопрос, спрашивают: Наталья, у вас платье под картины или картины под платье? Так. Вот, на самом деле я это специально, ну, это уже как бренд, как бы, Ковалик, ну, любовь к платьям безумная просто. Как справжняя жінка. Да, а еще и мы коренные одесситки, это в нас, это в крови. Мы же полюбляем, такие справные, да, яркое, чтобы все подходило. Я помню, у меня бабушка, я никогда не помню, чтобы у нее не было маникюра красного, всегда. Ну, то есть мы даже не обращали внимания, когда она это успевает делать. Ну, это в крови, вот, и платье, я говорю: боже мой, так, вы понимаете, это все мое творчество, это я. Почему вот некоторые, ну не некоторые, все мои работы похожи на меня? Потому что это я и есть, это моя энергетика, да. Вот. И тут, значит, сделали потрясающий мне подарок, опять же, Инарочка сделала мне потрясающий подарок, она сделала принт моих цветов на ткани. И, значит, мне подарили эту ткань, и к своему дню рождения, юбилею, я себе пошила платье, вот, с принтами своих работ. Вы себе даже не представляете, насколько это гордостно, да? Вот я говорю, у меня просто поднимаются мурашки. То есть, когда ты понимаешь, что это полностью твое творение. То есть от начала, да, ты создала эти цветы, да, потом их перенесли на ткань, придумала фасон платья, и ты сама, да, художник, ну, это неимоверно просто, это фантастика. Вот, и я думаю, что это направление не зря у меня тоже появилось, и это где-то, наверное, да, вот моя вот мечта создавать модели, да, с принтами своих работ. Это наступный крок. Да, я думаю, что да. И вы знаете, не зря, наверное, это все в день рождения, да, вот так вот получилось. Видите, и тут и Дольче Габбана. Ну, как бы оно само завязывается. Как я всегда говорю: боже, какая потрясающая книга жизни. Я говорю: боженька, когда плетет такие кружева, даже вот встречи с людьми, ну, вот ничего случайно не происходит. То есть потом уже оглядываемся, мы понимаем, да, что это все нам во благо идет, да, что человек, каждая встреча, каждое все не случайно. Вот, ну и я думаю, что это превратится во что-то очень интересное, так, да, что мы узнаем еще Наталью Ковалік не как художника, а еще и как дизайнера. Так. Будь ласка, пам'ятайте, коли настав той самий момент, коли до вашої творчості став виявлятися підвищений інтерес глядача, преси та критиків? Ну, я вам хочу сказать, что когда начала я заниматься творчеством, вначале мои друзья, знакомые, так большой круг общения, конечно, вначале думали, что это просто хобби, вот, но когда уже узнали о первой как бы выставке и что я занимаюсь этим профессионально, мягко говоря, это был шок. Шок, потому что, да, когда знаешь человека с одной стороны, вот, знаешь, что я не имела никакого отношения как бы к творчеству. И, конечно, после первой выставки это уже гремело. Это гремело, то есть уже начали меня ассоциировать Наталью Ковалік как художник. И когда начали продаваться первые работы, и появился интерес, как бы я начала заниматься этим профессионально. То есть я поняла, что людям нравится, что их трогает, да, и моя энергетика, и мои работы. И это переросло уже так профессионально. Уже серьезно стало для вас. А скажите, будь ласка, чья думка про вашу творчість сама найважливіша для вас? Вы знаете, наверное, моих детей. Для меня это очень важно и ценно, и они, наверное, являются самыми большими критиками. По поводу критиков, я помню, когда я устраивала первую выставку, да, и узнавала, как вообще проводятся выставки, как правильно, да. Если вспомнить там советские времена, то всегда приглашали критиков, как бы, да, чтобы они там писали статьи в газет. Ну что я всегда и ответила, я говорю, мне критики не нужны, я говорю, мне нужны почитатели моего творчества. Зачем мне критики? Я могу прислушаться к мнению там, да, профессионалов, мастеров, которых я уважаю, там, художников, но критики мне не нужны. Наверное, дети, да. Дети это самое, да, самое ценное и важное. И они честны, да. Вони теж малюють, пишуть, діти? Дочка нет, а сын писал комиксы. Да, и одно время это его очень захватило, да, он очень творческий мальчик, тоже занимается и музыкой, и танцами, вот, и, да, есть такое, так, да. Так что где-то в генах, наверное, у нас все-таки были художники. Да. А у ваших роботах дуже яскрава кольорова гамма, така, воно дуже таке яскраве, привабливе. Приступаючи до роботи, ви у своїй уяві вже бачите остаточний варіант у кольорі, чи результат може відрізнятися від задуму? Ну, опять же, повторюсь, наверное, да, если посмотреть на меня и на мои работы, да, понятно вообще, кто мастер, как эта энергетика передается. Да, конечно, отличие. Бывает, идея приходит, вот сам замысел, да, идея одна. Я очень много раз себя... Ну, не то что сломать, да, мне было бы интересно написать в более нежных пастельных тонах работу. Начинала работу, но не получается. Так. Не получается, потому что выходит эта яркость, выходит это рыжее солнце, меняются краски, и окончательный результат от задумки все равно отличается, да, он все равно яркий. Так. А дуже цікаві слова були у Пікассо. Він казав, художник – це людина, яка пише те, що можна продати. А хороший художник – це людина, яка продає те, що пише. А ваш живопис, чи є це джерела постійного доходу? Замечательно, вообще, великолепно сказано. Да, на сегодняшний день это является моим доходом, да. Я вам хочу сказать, что очень правильно. Вот, ведь я пишу, да, я пишу только то, что мне нравится. Так. Я не пишу в плохом настроении, я вообще ничего не делаю в плохом настроении, даже, как я люблю говорить, я борщневаю в плохом настроении. То есть это все, потому что оно передает, вы понимаете, тем более маслом, картины, они живые. Они живые, и почему, видите, так произошло, мы были поставлены в связи с карантином в такие условия, да, что мы, очень много онлайн проходило у нас, да, и выставок, и это, ну, не передает ни одно фото, ни одно видео, не передает энергетики живой работы. Поэтому я за то, конечно, за офлайн, чтобы люди приходили на выставки, чтобы они видели живьем работы, потому что это идет энергообмен. Люди получают, то есть они знакомятся. Да, какое, я же говорю, есть высокого качества фотография, но она все равно не передает энергетику. Да. Вот, и это очень важно. И общение с автором, с художником, и это очень интересно. Вот, и я поэтому всех приглашаю, приходите. Так. Приходите, знакомьтесь с творчеством, получайте удовольствие. Для этого мы и пишем. Дуже цікавий момент. Міжнародний альянс Азербайджан Україна оголосив Наташу Ковалік художником року 2020, так? І ви лауреат Міжнародної премії Альянсу Азербайджан Украина. Розкажіть про це цікаве співробітництво детальніше. Вы знаете, это очень интересная история. Произошло это год назад, когда мы были на первом карантине. Мне поступил звонок с Азербайджана от председателя Международного альянса. Вот, и в ходе нашего разговора мне объявили о том, что, Наталья, мы очень давно наблюдаем за вами, за вашим творчеством. И мне предложили, говорит, Наталья, мы бы вот хотели бы вам предложить написать портрет вице-президента Азербайджана Махриба Халиева. Для меня это был вообще удар, как говорится, ниже пояса. Я отнекивалась, отбрыкивалась как угодно. Я говорю, вы знаете, я на себя не возьму такую ответственность. Во-первых, я не портретист, но никаких вообще уговоров никто не хотел слушать. Ну, а с другой стороны, я думаю, ну что я как бы рискую? Ну, попробую, получится, нет. Я хочу сказать, что я настолько вдохновилась вообще этой потрясающей женщиной Махриба Халиевой. Она, во-первых, красавица, умница. Она сделала такую потрясающую карьеру. И, вы знаете, я с легкостью написала ее портрет. Да. Ну вот просто, вот что значит, когда ты занимаешься любимым делом и вкладываешь душу, да, это твое, тебе это нравится. Это супер, он очень мне легко дался, вот, и, значит, отправили фотографию портрета в Баку, а там же ничего не происходит, показали ей очень понравилось, вот, ну и, конечно, я должна была приехать в Баку на вручение, это все должно было быть очень достойно, красиво, но, опять же, карантин, пандемия, а потом там началась война, вот, и все это как бы заглохло, и вот месяц назад мне позвонили как раз перед днем художника, это так было, да, так символично вообще. Меня пригласили в Киев для вручения золотой медали. Это очень почетно, гордостно, и я очень тронута вообще. И вы знаете, когда действительно ты занимаешься любимым делом, да, вкладываешь в душу, ну, это обязательно заметит. Это, то есть, людям не безразлично, и поэтому, наверное, вот такой вот заряд, да, и такая трудоспособность, и хочется творить и писать, когда идет обратная связь, да, то есть, ну, это очень приятно, это дорогого стоит. Да. Да. Дуже дякуємо вам за цікаву бесіду та за ваші яскраві роботи. Друзі, я нагадую, сьогодні до нас прийшла художниця Наташа Ковалік, яскрава одеситка. Ми бажаємо вам успіхів та творчого натхнення. І приходьте ще до нас в студію. Спасибо большое, мені дуже приємно. Спасибо. Це був проєкт «Гість у студії». Я Юлія Мігіцько. Побачимось.